Народом избран областной парламент. Осталось назначить должности. На первом заседании новоизбранные депутаты выбирали председателя и его заместителей. На пост спикера Заксобрания нового созыва претендовали два кандидата – Валерий Малышев и Виталий Кузин. По итогам тайного голосования лидировал Валерий Малышев. Напомним, и в прошлом созыве он занимал этот пост. Выборы были вчера, а сегодня должна быть работа. Нет ни победителей, нет ни побежденных. Впереди бюджет, впереди другие законы. Нас ждет работа на благо жителей нашей области. Стабильность чаще всего положительное явление, уверено в депутатском корпусе. Полномочиями сенатора Российской Федерации представители от областного парламента наделили Сергея Рябухина. Напомним, он уже дважды, начиная с 2013 года, представлял регион в Верхней Палате. Скоро будет готов проект федерального бюджета на 2024 год. 35 триллионов рублей доходов. Важно, чтобы Ульяновская область получила достойное финансирование, уверен Рябухин. Быстрее сформулировать от Ульяновской области наше предложение, чтобы мы попали по всем разделам в роспись, бюджетную роспись этого гигантского, большого, социально ориентированного, как подчеркнул президент Российской Федерации Путин, чтобы бюджет, несмотря на специальную военную операцию, несмотря на противосанкционные какие-то меры, которые предпринимаются по инициативе президента и правительства, все-таки он будет социально ориентирован, все публичные социальные обязательства будут выполнены. А первым заместителем председателя парламента избран единорос Владимир Камека. Выполнение национальных проектов, формирование регионального бюджета. В ближайшее время у аппарата власти будет много работы. На что будет обращено внимание депутатов, обсуждали на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Основная задача, которую, считаю, нам сегодня необходимо решить на фракции, это создать максимально работоспособный орган в законодательном собрании. Это комитеты, которые должны быть наделены руководителями комитетов со стороны с профессионалитета. Депутаты утвердили число профильных комитетов. Их будет 6. Персональный состав комитетов будет утвержден на ближайшем заседании 27 сентября. Вице-спикерами парламента стали депутат ЗСО Вячеслав Безруков и руководитель регионального исполкома партии Константин Долгов, а также Дмитрий Грачев, Сергей Моргачев и Рамиль Хакимов. Председателем мандатной комиссии избран бывший мэр Сергей Панчин. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.